Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. В этот раз она доставлена в такой упаковке. Почта Россия. Открываем. Так, и внутри у нас брызговики на Duster. Задние, увеличенные, усиленные. Прорезиненные. Значит, вот, смотрите, как она гнется. Все здорово, все великолепно. Так, вот это у нас брызговик. Правый, левый точнее, да, вот это правый. Значит, почему заказывал, у меня на Дастере собака отгрызла кусок такого же брызговика. Я ранее уже заказывал их. Так, идем, смотрим на Дастер. Собака бежит, кусает, вот он подкусанный. Смотрим, оно один в один. Но это не стандартные брызговики. Стандартные брызговики задние, они пластмассовые. Я их уже снял. Сейчас вам продемонстрирую. Ну, я их снял и поставил вот эти. Значит, вот стандартный левый, а вот стандартный правый. Вот какая у них разница. Для сравнения, значит, вот эта вот штука чуть-чуть выше. Ну, а все остальное, в принципе, то же самое. Только если, ну, если исключить вот вариант того, что они чуть-чуть ниже и чуть-чуть шире. Так, ну, ссылка на товар будет в описании. Всем спасибо, всем пока. Если что, пишите комментарии, у кого как собаки отгрызают такие брызговики резиновые. Всем пока.